Как рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой на улице Рассвет в селе Черешня на пульт дежурного 01 поступило накануне в 22:16. Пожарные подразделения прибыли через 19 минут и через час ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, уточнили в ведомстве. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники.